Здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня пикет. Тут 2 часа, полчаса осталось против фальсификации выборов в Перми, вот тут сумма. Вот видите, это сум, милиция, там ОМОН стоит. Вот 2 часа мы начнем. Сейчас кто-то подойдет. Посмотрим, что там будет происходить. Ну, такая ситуация, выборы. Ну, конечно, это не выборы, я был на избирательных участках. Это безобразие. И надо сказать им, что так нельзя сейчас. А хоть за ну, хоть лей, так сказать, куда угодно. Не убежать. Ну ладно, сейчас посмотрим, что будет. Все, спасибо.